Hello. Просто завис. У меня, все. Почему у меня что? О, все, шик, у меня отвис телефон. Насколько я им давно не пользовалась, что вот так-то в жизни бывает. Кстати, меня был друг, мы с ним посрались. Ну, короче, да, перестали дружить. И сегодня он такой ко мне подходит и говорит, типа, го заново дружить. Ну, тут всякая штука, юка. И все. Но я сказала, хз. Ну, потому что я сама предложила перестать дружить из-за очень-очень много причин. Да, и еще причин было. Нет, тело не грузит. Нет, тело не грузит. Окей, возьму другой, который грузит. А, кстати, я сейчас, получается, вышла с Бегалаева, и я теперь не буду видеть то, что пишет. Веду или виду? Виду вроде. Вот, этот хотя бы не виснет. Почему этот виснет? Все, жопы его. Я считаю, мы его можем выключить. Да. Кстати, сегодня... Я сегодня бабла подняла на косарчик. Да. И сегодня просто, короче, мне какая-то девочка пишет, типа, ну ты там, ты таролог? Ну, вот это все спрашивает, типа, таролог ты, на картах гадаешь, вот это все. И я такая, да. И она... Часик. Вот, она мне пишет такая, типа, ты таролог? Я говорю, да. Она спрашивает, а, типа, за сколько ты на картах гадаешь, вот это все. Там один вопрос, стоит 250 рублей. И я такая, ну вот такая сумма, типа, она мне там, по-моему, 4 вопросов, 4 или 5 вопросов сказала ей погадать. И я косарчик подняла. Бизнес. Почему меня? Ну, короче, все, я пошла заниматься бизнесом. Не. У многих, кстати, кто на меня подписан в Беглаве, у многих есть мой телеграм-канал. Ой, телеграм-канал. ТГ. И не такие сейчас, мне кажется, тык-тык-тык-тык-тык напишут. Не, многие, кстати, не верят в это. Ну, не знаю. Типа, просто я... У меня гарантия... Ой, гарантия? Что? Гарантия. Ну, короче, да. Да, у тебя нету моего ТГ. Не, я тоже не верила в гадания, кстати. Пока сама этим не начала увлекаться. Типа я... Надо, да, кор... да, надо исправить. А что именно, чтобы ты в гадания поверила или мой телеграм? Не, лучше и то, и другое. Мне тоже друзья не верили. До одного момента, пока я им на 2 месяца ничего не рассказала по этим
картам. Они ко мне неделю назад походят, такие: Лера, это трэш. Я смотрю, думаю, ну, неудивительно. Ну, то, что реально, это, да. Потомственное, это типа, потомственное, я как поняла, это перешло или как? Потому что слово потомственное для меня...